Предпоследнюю серию «Чародеек» сегодня смотрим. Это не Нерис и не Фобос, это все «Чародейки» придумали, как нам заявила Уилл. Да, по словам Уилл, по словам нашего инсайдера, это все было заранее предусмотрено. Знаешь, когда все идет плохо, когда все вообще вот просто рушится. Так, мы так хотели, Опять поднимает этот будни Меридиана. Булыжник этот поднимает. Кому-то на Фобос спас своих людей. Ничего себе. Может быть, он не такой уж и... Слушай, а может, он в сговоре с чародейками, в реальном сговоре? Реально поубивал повстанцев, реально все там поразрушил, реально с Уилл договорился. Ну да, такой, да. Такой Фобос сделай, чтобы было реально. Такой, я умею. Ну, странно. Не говорите теперь, что я ничего для вас не сделал. Живо за работу! Нет, я считал, он хороший. Ну да, видно же. Спас двоих просто. Повелитель, ты спас их? Нет смысла терять хороших рабов. По крайней мере, пока не завершено Великое кольцо, и я... Видишь, он на самом деле добрый. Просто не умеет. Он в сговоре с чародейками. Блин, мне вот это вот... Я не против, но все предыдущее сделанное как-то выбивает. Ну, слушай... Не знаю. Не покорил сердце бесконечности. Знаешь старинную поговорку? Сегодня Кондракар, завтра Вселенная. Ого, это что они переделали? А, подожди, он же переделывает, он восстанавливает Кондракар, ты видела? Да. Да, а я думал... Это Меридиан. Это не Меридиан, это Кондракар, смотри, теть. Вселенная. Это кто тебе? А, это Кондракар. Это что, шутка для тебя? Он его под свой стиль переделывает. Да. Подвластны нам и пламя, мне и все вода, и воздух, и камень, и вода, и волны, лихой прибой. Открыть себе таланты никогда не поздно. Мы идти готовы в бой. Бойся, беги, злодей, у нас одна команда. Мы сильны, дружны, не дрогнет рука. Сбережем. Знаешь, я думаю, если бы аватар, вот эта предыстория аватара была бы песней, я бы давно запомнила. Вот если бы это было все музыкой, типа, давным-давно мы с братом, вот типа, если бы это была песня вот такая, я бы запомнила. У как урожай. Подожди, это как переводится? Подожди, что это за слово такое? Елда. Не знаю, выжить это. Типа орать, ел, не знаю. К урожай. А сейчас, стражница, объясни. Вы подтвердили, что позволили Фобусу снова покорить Меридиан? Зачем? Да, пожалуйста, объясни. Что с тобой? Мозги плавятся? Голова болит, шум какой-то. Итак, пора вам узнать правду. Все началось пару недель назад, когда я поняла, что только наследник трона Меридиана может отнять у Нерисы ее посох. А из всех наследников мы могли привлечь только Фобоса. Мы помилуем тебя и освободим, но есть два условия. Такой смешной, такой. Его реально очень смешно нарисовали. Такой прям... Во-первых, ты поможешь отнять у Нерисы... посох. Во-вторых, поклянешься вернуть силу посоха Элиан и Кадме и не используешь ее сам. Между мной и колдуньей нет ни любви, ни дружбы. Еще последнее время мне совсем нечем заняться. Нет, повелитель! Эта сила по праву твоя, и ты не должен торговаться и связывать себя клятвами с этими предательницами. Это... А что делают эти клятвы? Мне вот интересно, был у нас хоть один прецедент, где нарушивший клятву, допустим, умирал в страшных муках? Ну это не по-пацански нарушить. Не по-пацански, да? Ниже тебя!
Трогательная забота, Рейтер, но ниже, выше и вокруг меня, всюду, это тюрьма. Тогда поклянись силой Кондракара, и я тебя освобожу. Клянусь силой Кондракара не использовать посох Нерисы в своих целях. Довольно? И ты ему поверила? Конечно, нет. Мы точно знали, с кем имеем дело. А что, что и что? Она мне сейчас расскажет. Мне просто в этом плане очень много погибло, мне интересно. Это того стоило? С хитрецом, который мог победить Нерису и без тени сомнения нарушить клятву. Начинается новая эра! Эра Фобоса! Нас не удивило, что он избрал своей первой целью Меридиан. Обладая собственной силой и стихийными силами прежних стражниц, которые подпитывали сердца Меридиана и Замбалы, Фобос стал неуязвим. И в чем план? Отремонтировать Кондракар. Он выделил бюджет и поехал его ремонтировать. Это не наша сейчас цель была. Наша цель отремонтировать Кондракар. Кондракар зачем это понадобится? И мы тайно помогли его нашествию. Мы хотели, чтобы его победа была быстрой и безболезненной. И мы только притворялись, что сражаемся. Чтобы он не разоблачил наш план. Какой такой еще план? Клятва, Тайнар. Все дело в клятве. Кажется, я поняла. Главное в стратегии стражниц – это нападение Фобоса на Кондракар. Вы заставили Фобоса поклясться силой Кондракара. Если он нападет на этот мир или просто появится там с враждебными намерениями, он нарушит клятву и вкусит плоды предательства. Видишь, то есть все-таки у клятвы есть какая-то сила. Какая-то странная клятва, она работает только на Кондракаре. Да. То есть ты можешь поклясться... Но он поклялся Кондракаром, да? Он поклялся сердцем Кондракара, да. Что если он возьмет посох и использует его в своих целях, то тогда ничего беде, не будет. Быть в беде. Какой-то абстрактной беде, но это срабатывает только на Кондракаре. Если он придет на Кондракар. Всю силу и Эллен, и Кадма, и остальные будут свободны. Их сердца вернутся. Все магические правила точно соблюдены. Я думаю, что все получится. Но зачем вы скрывали от нас? Нам нельзя было так рисковать. Чем меньше посвященных, тем надежней, да. Нам жаль, что Меридиан снова пострадал. Но Фобос никогда бы не напал на Кондракар, не покорив свое королевство. Мамочки, плевать на королевство! Калиб защитит Бланка. Но кто защитит Калиба? Я думал, это Бланк. Но это всегда был Бланк. Мамочка скучает по малыш Бланк. Я тупой. Это все еще Меридиан. Я говорю. Бланк, хотите, мамочка? Молчать в присутствии повелителя. Лидеры мятежников. Только немного потрепанные. Повелитель, позволь бросить этих жалких предателей в бездну теней. Бездна теней – изощренное наказание. Но ведь сам Рейтер доказал, что оттуда все-таки можно сбежать. Согласен. На этот раз мы доведем все до конца. Уничтожим на рассвете. Забавно, что в мультиках не говорят слово «убей». Никогда уничтожь. Не говорят. Уничтожь. Раствори. Причем это везде так говорят. Интересно, в законодательстве нету статьи за уничтожение, да? За убийство. Уничтожение имущества. Но это уже другая статья, видишь? Статья за уничтожение. Должны быть синонимы. Такой, а я его не убил, господин судья. Я его уничтожил. Потом такие, ну ладно, хорошо, хитрец. Ты выходишь на свободу, уродец такой. Вносят новые поправки. Такое, уничтожение тоже, сколько там, 10 лет. Потом опять его ловят. Такой, а я не уничтожил. Я изничтожил его. Теперь... Так ах ты, сука, уже 5 убила. Опять заново. Изничтожил. Да. И так пока синонимы не закончатся. Мы должны их спасти. Ты не можешь спасти даже себя. Благодаря тебе. Не нарывайся, девчонка. Так. Прошла ночь. Фобос на свободе, а мы застряли здесь. Прикольно, что обе Хайлин успокаивают. Ну, Хайлин старая и Хайлин копия.
Хайлин старая, Хайлин копия. А та помолодевшая Хайлин, это была копия. Помолодевшая — это копия. И мы не сможем никого спасти, если не будем действовать в гармонии. Ты читаешь мои мысли, детка. Потому что мы в гармонии. Помолчи. Я пыталась мысленно связаться с Тарани, но я только вызвала у нее головную боль. Мы спасем Калиба и Бланка, если объединим наши силы для Галинора и ее телепатии. Слушай, какая интересная, да? Вот тебе болит голова, и мы все такие, ой-ой-ой, пенталгин, надо что-то запить от нерклов. А с тобой пытается с какого-то сердца кондрак. Саша, у тебя болит большая сила, ты можешь быть стражницей, Рубин, ты можешь быть стражницей. И причем постоянно это в башке вот так крутится. Да нет, должны звучать как одна чистая нота, без фальши. Я попробую. Калиб мой сын. Я не позволю Фобосу его погубить. Да, ты мать года. Это ваше высочество. Не гармония. Прекрати. Следующий шаг – Фобос. Луба свяжется с нами мысленно при первых признаках его готовности к нападению. А что сейчас? Пока. Ждем. Наслаждаемся затишьем перед бурей. То есть зубрим перед бурей. Завтра у нас начинаются экзамены. Ты столько занималась, наверное, из-за этого и голова трещит. Посмотри на меня. Я не открывала учебники и ничего. А как ты запоешь, когда выставят оценки? Подружка, я живу настоящим. В настоящем я сажусь за учебники, даже с головной болью. Мне нравится ее комната. Угу, мне тоже. Кажется, что моя голова сейчас лопнет. Я так устала. Квадратный корень равен пересечение меридиана. Тоже зевнула. Тарани! Вил, проснись! Надоели жабы! Что? А? Нужно немедленно перенестись на меридиан. Калиб и Бланк в опасности. Откуда ты знаешь? Может, я медиум? Доверься мне. Досках. А как же остальные? Нет времени. И зачем нам всем заваливать экзамены? Верно подмечено. Стражницы, едины! Оп! Это что сделало? Еще раз. Сейчас, подожди. Страницы, едины. Ну ты какой-то прям вообще красный. Мне нравится. Это тебе подкинули? Да. И ты знал? Ну, я, знаешь, мы, короче, с девчонкой, с подписчицей, с канала. Короче, это было давно. Я переименовал файл, который она скинула, она переделала. Uh-huh. И засунула в папку. Uh-huh. И я забыл. Не, ну я как-то... Потрясающе! Эпошин спокоен! Бланк тоже будет спокоен! Бланк встретить уничтожение с достоинством и бесстрашно! Посмотри, как Бланк спокоен! Посмотри, как Бланк смелен! Слушай, советую тебе выспаться! А зачем? Ведь завтра, ребята, вы уснете навсегда. Мы едины. Я больше не представляю, что... Что? Что это они. А, это о чем это мы с нами связались все-таки, ты понимаешь? Слышали? Фрост Дрекер направо! Горгулья Бархан налево! Обыскать всю тюрьму! Живо! Остается только Рейтер. Я знал, что это вы. И мои парни тоже. Какая дряблая жопа у горгульи. Ты посмотри. Это самая несчастная тварь. Тебе нужен антицеллюлитный крем. Щеточка антицеллюлитная.
Не помогает, если да. Она помогает, если ей чистить постоянно. Что? Это не должно быть чистить. Что чистить? Она не чистит. Ну нет, ну вот так вот ее вот так. Стойте, подождите, они на нашей стороне. На нашей стороне? На чьей стороне? На стороне Бланка или на стороне уничтожения? Как насчет Фроста и Трекера? К ним лучше не приближаться. Трекер — сплошное зло, а Фрост — чудовище. Без обид, приятель. Быстрее! Они могут вернуться в любую секунду. Ну там, видимо, раскол. За счет чего? Это на стороне Рейтера! Бланк запутаться! Он не готов к уничтожению! Вот Бланк тоже запутался. Вот, блин, мы Бланк. Мы эти, как его, паслинки. Не мешайся! А почему вас не сбросили в бездну теней? Фобос и Седрик помнят, что я знаю, как оттуда выбраться. Вы под подозрением? Нет, но я бы разоблачил себя завтра, спасая этих двоих. Хорошо, что вы пришли. А кстати, почему? На меня не смотри. Бланк знает, что это трюк! Только Бланк не знает, чей это трюк! Рейтер, мы ничего не нашли. Отбрось меня, чтоб поверили. Песчаник самый, мне кажется, вообще лютый. Бланку клетка уютна! Мне жаль, что Фобос украл твой зуб Тонга, но я смогу отправить тебя на Кондракар, где мамочка будет очень рада малышу Бланки Бу. Нет, малыш Бланк никуда не лететь, пока малыш Бланк не узнает, что происходит. Вы не доверяете Бланку? Дело не в этом. Но если план Фобос был секретом, то... То дружба с Рейтером вдвойне секрет. Прежде чем освободить Фобоса, мы с Калебом послали гонца. Подожди. То есть они дружат, они уже с Рейтером законтачились давно еще. То так, да. Давай. Невидимого гонца. Неужели Фобос заслуживает твоей преданности? Что это? Кто здесь? Я отвечу, если ты поклянешься никому не говорить, что я здесь. Я... А, видишь, это он его под... Это они, короче, подговорили, он такой, и он говорит, нет, не надо, это поля. Короче, чтобы... Это психология их такая, понимаешь? А, клянусь. Теперь я могу тебе доверять. Я Хайлин, одна из стражниц. Прилетела полюбоваться? Нет, спросить, почему ты до сих пор верен Фобосу, который бросил тебя в бездну теней. Я поклялся ему служить. А я всегда держу слово. Даже если он не держит? Он держит. Во-первых, ты поможешь отнять у Нерисы посох. А во-вторых, поклянешься вернуть силу посоха Элиен и Кадме. И не использ... Он разочаровался на этот момент, когда Фобос принял предложение чародеек. А, они его обхитрили. Используешь ее сам. Нет, повелитель! Эта сила по праву твоя, и ты не должен торговаться и связывать себя клятвами с этими предательницами. Это ниже тебя. Клянусь силой Кондракара не использовать посох Нерисы в своих целях. Довольно? Что ж, посмотрим. И мы увидели. Фобос похитил посох и оставил его у себя. Хорошо, что он предсказуем. Мы успели вовремя послать Хайлин к Рейтеру. Повелитель никогда не нарушает клятвы. Ничего себе заварушка сегодня. Ни хрена себе. Ну, нам это никак в предыдущих не рассказывали, поэтому мы тупим. Ну, чтобы рассказать сегодня. Ну, да. Такой был план. Тут такой хитрый план. Можешь не верить мне на слово. Верные соратники, ваш господин обманул стражниц. Он взял в свои руки силу, которой достоин. Следуйте за ним. Служите ему. Поклонитесь Фобосу. Убедился? Его клятва ничего не значила. Он не достоин того, чтобы ты ему служил. Помоги достойным. Не, он такой... ну подожди. Он нарушил клятву, чтобы... Не нарушать, чтобы не нарушать мою клятву мне. То есть я дороже, чем ему какие-то стражницы. Ай да Фобос, вот верен всем нам. Но почему это так нельзя было? Да, обхитрили этого, блин. Да он в тюрьме. У него нет чести. Совсем нет чести. Отныне я ему не служу. А до этого он самый честный был? Фобос.
Но, видимо, в рамках его... Странная какая-то логика у этого чувака. Ну ладно. Я с тобой, стражница. Рейтер клянется. Рейтер... А покинь, она такая... Так ты же уже Фобосу поклялся. Значит, твоё клятва ничего не значит. Значит, ты мне поклялся, значит, получается, так ты тут определись. Рейтер. Он такой, да нет, то была старая клятва, а сейчас новая клятва. Старая клятва разрушена, потому что он первый разрушил клятву. Получается, он уже первый начал. Он первый разрушил, моя уже просто не разрушена. Теперь я свободный. Что логично, на самом деле, зря я его так передразниваю. Ну, правда, немножко странно. Я бы на его месте такой, ой, Фобос, пришел меня, он освободил меня, да? Он пошел, обманул стражниц, пошел на тактический обман для того, чтобы всех своих подданных из тюрьмы вытащить. Это что, фигня? Держит слово. Он был нашим двойным агентом. Он убедил Фобоса сделать то, что нам нужно. Прошу прощения, владыка, но зачем тратить силы на Замбалу, если можно покорить Кандракар? Уничтожьте сердце бесконечности, и падут все миры. Чтобы все понять, Бланку нужен видак. Живи в нашем мире. И в Чтобы Бланку все понять, нужен видак. Я не понимаю. Ну, типа, я это понял, как нам показывают. Ну, нам же показывают флешбэками, да? Ну. И словами, наверное, тяжело. Представь, что... видак, в смысле, видео, да, что ли? Да, да, да. Я слова не поняла просто. Все, поняла. В нашем мире завтра утром экзамены. Пока. Бланк рад, что завтрашнее утро для него не последнее. Господин! Мы тебя подвели. Это все стражницы. Напали без предупреждения. Стражницы? Неважно. Что он делает? Портал какой-то? Когда я захвачу Кандракар, стражницы лишатся сил. Буквально. И будут просить о пощаде. Может, попросить перенести экзамены на следующую неделю? Да, может быть, это было бы неплохим вариантом. Угу. Фобос такой тупой, он не знает про клятвы. Мне вот это смущает. Ты магическое существо и, наверное, за свои юридические права должен что-то знать. Но он поклялся сердцем Кандракара. У него чего нету? Он Фобос, он князь. Он должен понимать, что, ну, если это так работает, что клятва срабатывает только вместе, чем ты клянешь. Ага, ну типа я клянусь мамой. И пока ты маму не видишь, то тебе ничего не будет. Что за прикол? Ну, типа, клятва срабатывает только... Ну, я понимаю, но это... Странная какая-то странная, фигня. Да. Но он должен был об этой странной фигне знать. Ну, не знал. Я не спала, не учила, не повторяла. Голова гудит, как динамо-машина. Я не могу сосредоточиться. Я могу не получить... Отлично! Ты все знаешь на зубок! Знания потекут рекой. Плыви по течению. Спасибо, мисс Удовлетворительно. У меня-то никаких знаний нет. Но тебе мой совет пригодится. Река знаний. Плыви по течению. Она соединилась, расслабилась, угу. Под диктовку все написала. То, что там про меридиан. Галинор говорит. Да, да, да. Жуткий удар. Что случилось? Хочу пойти проверить курицу. А, ну да, 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 надо проверить курицу. Мы просто купили курицу и теперь ухаживаем за ней. Достал. Она обсирается, везде гадит и этот... Жуткий удар. Я буду приходить в себя все каникулы. Фу, Нериса ничто в сравнении с тригонометрией. Но зато тригонометрия не покоряет вселенную. Ребята! Тара не сдала? Я... Это же третий сезон такой. Я тригонометрия. Ну, такой вот твист. Ослабилась, и у меня все получилось. Отлично по всем предметам. Я так и знала. А, и головная боль прошла? Да, и я знаю, в чем была причина. Я расслабилась и услышала голоса. Они пытались телепатически воззвать ко мне. Ты меня слышишь? Что делать?
Вот если бы они перестали говорить одновременно... Не получается. Мы должны говорить одним голосом. Можно я? Не годится. Эллион, ты ее подруга, а мы сообща поддержим. Я попробую. Тарани, ты меня слышишь? Тарани! С ума сойти. Эллион, я тебя слышу. Эллион с тобой разговаривает? Что она тебе говорит? Отвечай. Нет, слишком много голосов. Дайте сосредоточиться. Все они в сердце Меридиана. Эллион, Кэссиди, Галинар, Кадма, бабушка и даже Нериса. Что? Правда? Как моя бабушка? О, все отлично. Здорово, просто замечательно. Бабушка и не была злой. Только она смогла побороть чары. Нерисе пришлось создать двойника. И даже она теперь добрая. Но все они заключены в скипетре Фобоса. Я знала, что бабушка никогда нас не предаст. Я знала. Тара, не послушай. Фобос скоро нападет на Кандракар. С минуты на минуту. Подружки, пора. А, не получается слышать, что говорит Фобос через эту склянку. Да, так, а как они тогда поняли, что Калеб и... Ну да, можно было понять по Калебу. О, смотри, что он построил. Красиво круг построил. Мне нравится. Очень. Мне нравится. Пора! Такой, зачем? Дворниру. Я просто весь дворец перенесу. А прикинь, он такой понимал, что если я вступлю на Кандракар, тогда меня хватится вот это ужас и проклятие. Угу. А если я перенесу весь Кандракар сюда, то тогда это не сработает, потому что технически это уже становится частью Меридиана. Прикольно. Все, кто не сражается, в резерв. Остальные пусть устроят спектакль в честь появления Фобоса. О, Бланки, малыш, будь осторожен. Бланк, малыш, мы... Какие-то, ну я не знаю, Бланки, малыш. Это какой акцент вообще? Не знаю. Какой-то датский какой-то. Осторожен, если Бланк смочь дышать. Ну, устал от этих сил. Подыграл им. Я вот все вспоминаю, то ли пятую серию, когда охотник вместе с этой псиной пришел, и ему в нос эти корни начали, и эту собаку. А, между прочим, они спасли от Калеба. Представляешь, я все время думал, убил бы он эту собаку, сколько проблем не было. Я постоянно ее вижу. Постоянно на кого-то нападает, постоянно агрится. Ну, такая вот бешеная собака из приюта. Невоспитанная. Приятно не набивать в бою шишки. Да, но все притворяются. Господин, зачем вам пачкать руки? Пусть сражаются слуги, а ваше высочество явится на покоренный Кандракар триумфатором. Быть может, повелитель желает лично победить стражниц. Повелитель предпочитает издалека наслаждаться шоу. Уделите мне хоть частицу вашей силы, и я лично принесу вам победу. Так получай частицу моей силы. И поплавай. Что происходит? Почему Фобос не нападает? Не хочет портить прическу. Нужно проиграть битву, чтобы выиграть войну. Это не слишком трудно. Да, он стал еще больше. В раза в три. Мясо пазлинга. Чудовищу не нужен Бланк. Бланк очень просроченная тушка. Пожалуйста, помогите мне, помогите.
Королева драмы слишком мультяшна. Знаешь, драться по-настоящему было куда веселее. Я не спорю. Мэтт! Он вернул ей ее же силу. Победа! Повелитель! Что? Кондракар твой! Давай. На колени перед повелителем! Давай! Не, блин, не может так легко быть! Восстановится! Чего нахрен? А, ну так. Седрик сожрал Фобоса? Слушай, у него были причины. Давай с этого начнем, да? Он первый сезон страдал невозможно. Потом его превратили в какую-то непонятную склизкую массу. Теперь у них новый враг, да? Он предложил мне частицу своей силы. Я выбрал 3/3 или 4/4. Иными словами, все! Прекрасный был план, стражница. Хитростью заставить напыщенного глупца нарушить клятву. Но сейчас сила моя, я не клялся. Меридиан... Он все это понимал. А как это работает? То есть ты съедаешь... Он его победил, сила переходит ему. Кто кого побеждает, сила переходит. Ну, типа так, наверное. Блин, хз, ну это, конечно, вообще поворот. Мой Кондракар мой. И скоро я обовью своими кольцами всю вселенную. Следующая остановка. Земля. Неплохо. Кто знал, да, что будет Седрик главным злодеем в итоге? В третьем сезоне. Ну, это решится уже в этом сезоне. Да, но не, но скорее всего... Что за прикол? Я в ахере до сих пор, что он его сожрал. Типа да, он погиб. Он же погиб, да? Ну да. Он же погиб, ну, мы его съели. Ну он и посох съел, как теперь избавить? Это что, красная шапочка, блин, спороли брюхо и освободили все? Он же с посохом его сожрал. Да. Знаешь, как косточка там какая-то. Ну он очень большой стал. Ну, так что там вполне себе, как знаешь, как в старых кошелотах там или в каких-то драконах, в животе будет битва проходить. Ё-моё. Всемирный змей, который будет кусать свой хвост. Дичка, конечно, какая-то. Но это было неожиданно. Какая насыщенная сегодня. Это на, круто. На повороты серии. Последняя осталась. Но мне кажется, они не справятся за последнюю серию. А что там? Ну, максимум... Справятся. Нет, но... же, продолжения нет. Продолжения нет, как в... Не до третьего сезона. Да. Но для значит, него все есть. Мне кажется, сезон завершился. Надеюсь, это не как с Искателем. Ладно, все, хорошо. Спасибо, что посидели с нами, посмотрели. Это, конечно, весело. Посмотрим последнюю. Все, пока.